Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем говорить о назначении Божьего закона, который выражен в десяти заповедях. Мы воспринимаем как должное сегодня то, что весь цивилизованный мир ориентируется практически на одинаковые идеалы морали и нравственности. Но в действительности это началось во времена Великих Империй, когда греки, благодаря завоеваниям армии Александра Македонского, стали повсеместно насаждать эллинистическое мировоззрение. Под влиянием их, то есть греческого искусства и философии, мир был объединен общей культурой. Люди научились или, быть может, тогда еще учились смотреть на вещи одинаково, чтобы лучше понимать друг друга. Вот с того дня цивилизованный мир объединяет общая культура. Цивилизованный мир стремится к общим ценностям, к общему мировоззрению. Но все равно, каждому из нас свойственен свой уникальный взгляд на вещи, свое уникальное представление о любви, о ненависти, о добре и зле, о справедливости. Культура, цивилизация не могут дать людям абсолютного представления о бытии человека. И есть поэтому еще множество жизненных обстоятельств. Когда цивилизованный, культурный и образованный человек задает, как ребенок, один вопрос. Что такое хорошо, а что такое плохо в данном конкретном случае? И действительно, есть ли кто-то из нас, кто может наверняка быть уверенным в том, что он всегда прав? Есть ли кто-то из нас, кто может быть уверен наверняка в том, что он всегда правильно отличает добро от зла. Цивилизация и культура, созданные людьми, не могут нам в этом помочь. Столкнувшись с этой проблемой, мы начинаем понимать первое назначение закона, который дан Богом. Первое и самое основное его назначение это наверняка и безошибочно указать на то, что есть хорошо, а что плохо, Что добро, а что грех. В первом послании Евангелия, в первом послании, в первом своем послании апостол Иоанн в третьем главе, в четвертом стихе говорит такие вещи: Всякий делающий грех делает и беззаконие. И грех есть беззаконие. Что такое грех? Другими словами, что такое плохо? Грех ⁇ это нарушение Божьего закона. Все, что выходит за допустимые рамки Божьих заповедей, плохо. А все, что делается в согласии с ними, хорошо. Божий закон — это высшее мирило, добра и зла. Многие хорошо знают о том, что Бог является судьей. В Священном Писании Бог назван судьей всей земли, и так и нет такого поступка, нет такого дела которая не будет им рассмотрена. Написано, что все худое, но или доброе Бог приведет на суд. А что на суде самое важное? Наверное, это судья, ведь именно он выносит приговор. Он решает, что справедливо, а что нет. Но в действительности это лишь внешняя картина. На суде присутствует множество действующих лиц. Подсудимый, защитник, обвинитель, свидетели и, наконец, сам судья. Но все, что они делают или говорят, сравнивается с законом. Все, что происходит на суде, отталкивается от норм закона. Данные свидетельства о подсудимом сравниваются с законом. Защитники пытаются представить дело так, чтобы оно не нарушало закона. Обвинители указывают на то, какие пункты закона были нарушены. А сам судья выносит приговор только на основании закона. Закон ⁇ вот что самое важное на суде. И если, как мы говорили выше, Божий закон, является высшим авторитетом добра и зла. Значит, высший Божий суд основывается на, на Божьем законе. Так ли это? Что говорит Библия? Прочитаем с вами послание апостола Иакова. Во второй главе, в 12 стихе, апостол Иаков говорит, так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Да, действительно, это так. Мы с вами должны жить, помня, что если мы желаем делать добро и не бояться ошибиться, мы должны сравнивать свои поступки с заповедями Бога. Потому что Потому, потому что по этим же заповедям мы будем судимы Богом. Но должны ли мы жить по Божьему закону только потому, что Бог будет нас по этому закону судить? Единственная ли это причина? Экклезиаст дает такой ответ на этот вопрос. Книга. 12 глава, 13 стих. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога, заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. В самом по себе соблюдении Божьих заповедей уже кроется награда. Это можно сравнить с отношениями между детьми и родителями. Почему дети должны слушаться своих родителей? Есть на это несколько причин. Ну, во-первых, скорее всего взрослые имеют больше представления о том, что хорошо, а что плохо. И, слушаясь родителей, дети учатся различать добро от зла. Во-вторых, Наказание и напротив награда или поощрение в отношениях между родителями и детьми напрямую зависит от того, соблюдены или нарушены слова родителей. Но это еще не все. Нам очень хорошо известно, и мы часто это повторяем своим детям, что родители никогда не будут просить своих детей сделать нечто такое, от чего им будет плохо. Если дети будут послушны, то им будет хорошо, потому что родители своими наставлениями, своими повелениями и запретами хотят лишь оградить детей от зла и направить их к добру и благополучию. Таким же образом обстоят дела и с повиновением Божьему закону. Дело не только в том, что с помощью закона мы учимся отличать добро от зла. Не только в том, что наказание или награда наша в конце нашей жизни зависит от того, были ли мы верны заповедям Бога или нет. Дело еще и в том, что Бог своими повелениями, своими запретами, своими наставлениями, желает оградить нас от зла и направить нашу жизнь к добру и благополучию. Поэтому в Писании есть множество благословений, обращенных к тем, кто живет в послушании Божьему закону. Одно из этих благословений записано в первом псалме с первого по третий стих. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его Размышляет он день и ночь. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Многие ищут успеха. Посмотрите, что говорит Бог в своем Слове, тот, кто соблюдает Его заповеди будет успешен во всем, что будет делать. Еще одно благословение, высказанное очень возвышенным и красивым языком. Обращено это благословение также к тем, кто чтит Божьи заповеди. Псалом 111. «Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя Его, род правых благословится. Обилие и богатство в доме Его, и правда Его пребывает вовек. Во тьме восходит свет правым, благ Он и милосерд, и праведен. Добрый человек милует и взаймы дает. Он даст твердость словам своим на суде. Он вовек не поколеблется. В вечной памяти будет праведник. Не убоится худой молвы. Сердце его твердо, уповая на Господа. Утверждено сердце его. Он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Искренно Искренно желаю, чтобы эти слова были вашим благословением, чтобы Бог этими благословениями вас благословил. Для этого примите Божий закон, примите Божьи заповеди как закон, данный Богом для вашей жизни. Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности – Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Телепрограмма «Лицом к лицу».